Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как приучить собаку к пеленке. Пеленки – необходимая вещь для собак любого возраста. Например, они нужны щенкам, чтобы справлять нужду дома до того, как станет можно выходить на улицу. Также пеленка пригодится лающему другу после операции, когда питомец не может дойти до туалета или во время родов. Как же приучить собаку к пеленке? Давайте подробнее рассмотрим основные советы на эту тему. Выберите комнату для обучения. Покройте в ней всю поверхность пола пеленками, чтобы у питомца не было возможности справить нужду на открытом пространстве. Это поможет собаке привыкнуть к пеленкам и не бояться их. Со временем лающий друг научится ходить в туалет только на пеленке, а не на пол. Не кричите и не злитесь на питомца в процессе обучения. Собаке нужно время, чтобы привыкнуть к пеленкам, а ваш крик только напугает питомца, а не поможет ему. Важно сохранять терпение, ведь приучение собаки к пеленке – это процесс, требующий времени, как и любая дрессировка. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Хвалите собаку за успехи, гладьте ее и давайте ей лакомство, когда она использует пеленку по назначению. Помните, что положительное подкрепление позволяет лающему другу быстрее выучить новые правила поведения. Со временем, когда питомец привыкнет к пеленкам, можно постепенно убирать лишние, которыми лающий друг не пользуется. Рекомендуется это делать каждые 3-4 дня. В конце концов, останется лишь одна пеленка, и собака привыкнет к ней и будет справлять нужду только в положенном месте. Теперь вы знаете, как приучить собаку к пеленке. Следуйте нашим советам, и тогда ваш лающий друг быстро научится пользоваться пеленками. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!